Всем привет, ребята! С вами Сережа, и сегодня у нас будет тема про мои поделки из резинок. Итак, начинаем. Итак, открываем. Ух ты! Ребята, начну с того, какие у меня браслеты. Вот такой вот браслетик есть. Есть вот такой вот. Вот такой. Кстати, ребята, напишите, какой из браслетов вам больше нравится. Есть такое, здесь очень такой широкий, видите? Круто. Так, такой еще. Вот еще. Вот такой вот. И еще вот такой. Это была моя первая работа. Первый браслетик. Так, вот такие вот браслетики. Напишите у вас в комментариях, какой из этих всех нравится вам. Так. А теперь я делала даже брелки. Я вам покажу их. Вот такой брелочек. Вот такой брелочек. Вот такой брелочек. И у меня еще есть вот такой вот мини-брелочек маленький. Так, давайте я вам покажу мои колечки. Вот еще одно такое колечко. Давайте я вам на моем пальчике покажу, как смотрится. Вот такое вот колечко. Еще у меня есть вот такое вот колечко. Радужное колечко. Так. А у меня еще есть самая моя любимая работа. Это колечко цветочек. В форме цветочка, ребята. Так. Вот такой вот цветочек. Такой вот цветочек. Так, но еще я делала даже не только вот браслеты, но и еще и, о, я делала еще вот такие вот, ну, ожерелья такие вот интересные. Вот у меня еще такое, круто. Так, у меня есть еще такой, ну, вот такие вот три ожерелья. Но самая моя первая работа, это был такой маленький червячок. Когда я только-только училась, такой маленький был червячок. Честно говоря, у меня работ было намного больше, но, к сожалению, они потерялись. Так, ребят, ну, наше видео подошло к концу. Всем пока-пока. С вами была Серушо. Ставьте лайки, пишите комментарии. И подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть новые ролики. И, кстати, у меня на моем канале выходило видео о лизуне, как я его распаковывала. Вот, лизунчик. Ссылочку оставлю в описании. Посмотрите, у нас очень там было интересно. А еще я говорила о кинетическом песке. Тоже ссылочка будет в описании. Всем пока-пока. Увидимся в новых роликах.